Всем привет! Вы на канале Drone Tom. Недавно началась реконструкция Южного рынка. Там начали все сносить, убирать, и говорят, там будет какой-то торговый павильон. Либо Варус, либо АТБ, либо просто какие-то торговые точки. Я пока они там все смели, я решил полетать и посмотреть, как это выглядит с высоты. Также я там чуть поснимал гостиницу Южную. В общем, посмотрим, что там будет со временем. А сейчас картинка выглядит вот так. Погнали! Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я думаю, когда будет идти строительство, я там полетаю, и когда уже финально построят что-то там, я тоже полетаю, посмотрим, что получится из этого. Ну и так буду летать и снимать для вас много интересного о нашем городе и не только. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и также не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем спасибо, пока! Будь на высоте вместе с каналом Drone Tom!